Несмотря на то, что молодой, красивый, брутальный, в этот момент, конечно, когда приходится поздравлять с днем рождения своего любимого единственного, любой мужчина немножечко волнуется, поэтому мы стоим поддержать, помочь, похлопать Максиму Дерзёновичу, приглашаем тебе слово. Тот самый момент! Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что это твой праздник. Здесь все собрались самые близкие к нам люди. Вот, я думаю, они будут с нами. Но сейчас речь не о них, сейчас речь о нас. Я очень благодарен то, что я встретил тебя. Честно, я всегда хотел найти такую женщину, которая будет меня понимать, которая будет меня поддерживать, с которым мы будем очень похожи, но очень много интересов и тому подобное. Вот, я тебе хочу подарить к твоему прекрасному наряду эти 101 розу и вот этот маленький сюрприз. Но это не главный сюрприз. Это не главный сюрприз. Короче, я собирался очень долго с этими мыслями, честно. Я очень серьезно к этому подходил. Я поэтому себе вчера позволил немножечко накинуться очень сильно. Вот. Короче, я могу с уверенностью сказать, что мне 21, но я понимаю, что я тебя очень сильно люблю, вот, и хочу связать с тобой свою жизнь, поэтому я хочу сделать тебе предложение.